спального района Саратовской. Пожалуйста. Всем добрый день. В середине года был подписан закон, который вносит поправки в существующий федеральный закон о государственном языке Российской Федерации. Он обязует использовать только русский государственный язык. Изменения касаются русского языка при размещении средств наружной информации вывесок в общественных пространствах. Так как размещение объектов наружной информации вывесок регламентируется правилами благоустройства муниципального образования города Балакова, то в исполнении рекомендации заседания круглого стола при губернаторе Саратовской области о необходимости защиты русского языка мы обязаны принять требования федерального закона и внести данные аспекты в тот документ, который регламентирует размещение вывесок на территории нашего города. Какие основные требования? Расскажу о том, что будет запрещено. Не допускается использование в текстах и изображениях на вывесках символов, а также транслитерации в понятии замены текста на кириллице латинскими буквами. Исключение составляют случаи указания фирменных наименований юридических лиц, которые являются коммерческими организациями, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Далее, в случае использования вывесок языков народов Российской Федерации, тексты на русском языке и на языках народов Российской Федерации должны быть идентичными по содержанию. То есть на территории Российской Федерации могут быть основными вывески на русском языке. Уточняющее название на языке народов Российской Федерации, других языков народов Российской Федерации или иностранного языка, такие наименования должны быть расположены рядом с основной вывеской, выполненной на русском языке. Они должны быть идентичными по содержанию, предназначенным по размещению и техническому оформлению. То есть иметь одинаковые параметры, цвет, тип и размер шрифта. Что говорит нам федеральный закон о государственном языке Российской Федерации? В Конституции Российской Федерации и федеральном законе о государственном языке Российской Федерации написано, что основной язык на территории Российской Федерации – русский. В федеральном законе о государственном языке Российской Федерации четко прописано, что вся рекламная информация на территории Российской Федерации должна быть на русском языке. Закон допускает использование иностранных слов и местных диалектов, но тогда сведения должны быть переведены на русский язык без потери смысла. Более того, информация на русском и другом языке должна занимать на вывеске одинаковое количество места, иметь одинаковое оформление. То есть рядом с иностранным словом должен быть его аналог на русском языке в таком же шрифте, такого же размера и цвета, за исключением товарных знаков, фирменных наименований и знаков обслуживания. Такой же смысл транслирует нам и закон о защите прав потребителей, и закон о рекламе. Транслитерация в понимании замены слов с кириллицы на латинские буквы также не разрешается. Доклад окончен. У вас все, да? Уважаемые участники публичных слушаний, пожалуйста, кому что непонятно, какие будут вопросы? Ирине Викторовне вопрос достаточно.